Больше 70 жителей Опастовского района не могут рассчитывать на помощь пожарных и приезд скорой помощи. Причина в отсутствии моста через одну из местных рек. В таком положении сельчане находятся уже больше 10 лет. Роман Королев узнал, как это жить оторванными от мира. Деревню Табар-Черки в Опастовском районе можно назвать образцово-показательной. В ней есть своя среднеобразовательная школа, детский сад и даже фельдшерско-акушерский пункт. Вот только не всем сельчанам они доступны. Вот те дома тоже относятся к Табар-Черки. Их жители отделены от благ цивилизации, смешно сказать, двухметровой речушкой. Когда-то через Табарку был перекинут деревянный мост. По нему, говорят, проезжали даже комбайны. Но из-за ветхости его разобрали, лишив сельчан возможности даже вызвать скорую помощь. Иных подъездов к этой улице нет. Вот недавно Малькова тоже, она болела. Скорая не могла к ней подъехать. На носилке ее туда отнесли. До прошлого года с отрезанной Табаркой улицы и пешком-то можно было выйти только вброд. Зимой река тоже не замерзает. И местные жители были вынуждены сами соорудить маленький мостик, чтобы хоть как-то облегчить ежедневные будни. 8 школьников, 8 детей ходят в детский сад. С утра пораньше, 7:30, вот так берем на руки, несем на ту улицу. Интересно, что нормальный мост здесь хотели построить еще в 95-м году прошлого века. Разработали проект, вбили бетонный свай с обоих берегов. Они так и стоят тут памятником бюрократизму. С тех пор чиновники только обещают местным жителям довести дело до конца. Владимир Сусарин, еще будучи главой поселения, так и не смог добиться их выполнения. Сейчас воюет за мост уже в качестве пенсионера. Был я у главы администрации 2 раза. Зам сюда приехал, смотрел, обещали, будем делать, будем, никакого движения. Съездил в Казань в этом году весной, гидромонтаж, увидел инженера. У меня тут проект был, он проект знает, он был проект, его потеряли, не находит. Подрядчики потеряли проект, у района нет средств. Так или иначе, случись пожар, и жители злосчастной улицы будут тушить его ведрами, таская воду из той самой Табарки. С другой стороны, зачем мост в деревне, где и дорог-то как таковых нет? Роман Королев, Лилия Мендубаева, ТНВ, Опастовский район.